песни и слова благодарности для них, врачей и медсестер, которые ежедневно борются с распространением коронавирусной инфекции. Ансамбль русской песни «Распевы» от лица работников Щелковского театра решил поблагодарить работников корпуса больницы на Краснознаменской. Именно здесь проходят лечение пациента, зараженные COVID-19. Концерт прошел под открытым небом, прямо перед окнами медицинского учреждения. Врачи и медсестры не только подпевали любимым песням, некоторые даже пустились танцевать. Мы провели концерт для наших дорогих и любимых врачей, медиков. Мы от всех жителей городского округа Щелково хотим сказать им огромное спасибо за их труд. И, конечно же, хочется пожелать всем огромного крепкого здоровья. Также поблагодарить врачей решили представители местного отделения Общероссийского народного фронта. Они вручили медработникам торт в знак признательности за тяжелый труд. От всей души поздравляем врачей с праздником, благодарим их за их работу, за их труд, за их душу. Спасибо вам. Берегите себя. Пандемия стала тяжелым испытанием для всех медицинских работников, поэтому поддержка врачам и медсестрам сегодня очень важна. Положительные эмоции всегда придают сил в трудные моменты. И сегодня щелковские медики, благодаря артистам и общественникам, смогли зарядиться хорошим настроением. А с теплом в душе даже сражение с опасным вирусом становится намного легче. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.